Галина Андреевна, можно войти? Входи, Серёжкин. Я опоздал. Об этом я уже догадалась. Во-первых, здравствуй. Здрасте. Во-вторых, объясни-ка нам, что случилось? Ой, чего только не случилось. Сначала испортились часы. Остановились, что ли? Нет, просто часовая стрелка стала двигаться против часовой стрелки, а минутная против минутной. И поэтому я не мог узнать, который час. Но потом все же узнал. Каким образом? Очень просто, по телефону. Набрал 08. Который час? Уже 9:30. Что, правда? Ага. Я понял, что опаздываю. Быстро оделся и выскочил за дверь. Смотрю, маляры выкрасили всю лестницу зеленой краской. И табличку повесили. Проход временно закрыт. Что делать? Ну и что же дальше? Пришлось всем жильцам спускаться по водосточной трубе. И тебе тоже? И мне тоже. Я быстро спустился с 5-го этажа, выбежал на улицу, смотрю, что такое. На ту сторону никак не перейти. Всю улицу перекрыли. Неужели тоже выкрасили зеленой краской? Нет, что вы! Просто оказалось, что по проезжей части вели жирафу. Куда же вели эту жирафу? Не знаю. Наверное, в зоопарк. Или цирк. Или на киносъемку? Или на киносъемку. В общем, пришлось ждать. Ну а потом я побежал в школу, потому что больше ничего не случилось. Так, очень удивительная история. А теперь сознайся, Серёжкин. Если хоть два слова правды из того, что ты нам рассказал? Два слова есть. Какие же это слова? Я опоздал.